Открылись соревнования красочной церемонии. На лед вышли 8 команд-участниц первого хоккейного турнира с громким названием «Противостояние». Детские ледовые дружины, хоккеисты 2007 года рождения, приехали со всей страны, даже из самых ее дальних уголков. Южно-Сахалинска, Якутска, Благовещенска, Иркутска, Назрания и Грозного. Две команды представляли город Сочи. В руках главного символа турнира «Панды Гоши» появляется кубок победителя соревнований. Его получит сильнейшая команда. Игра по круговой системе, 15 минут чистого времени, все 7 дней. Команда играет по одной игре в день. Ну и кто большее количество очков наберет, это и станет победителем. Первыми лед опробовали команды «Полярные волки» из Якутска и «Магас» из Ингушетии. Ребята из республики Саха с первого периода взяли инициативу в свои руки. Матч открытия закончился с разгромным для «Магаса» счетом 21-0 в пользу клуба из Якутии. Как признались игроки уже после игры, помог опыт, в том числе опыт игры на сочинском льду. Мы уже четвертый раз в Сочи. Первое место мы заняли в 2015-м, потом второй раз мы приехали, шестое место заняли же. Третий вот сейчас сыграем, пока идем первое. Ну а у «Магаса» еще будет возможность отыграться. Впереди еще 6 встреч. Коллектив молодой, и этот турнир – отличная возможность укрепить командный дух и повысить свои спортивные результаты на олимпийском льду. Наша команда очень молодая, даже года нету, как мы ее создали. И у нас в республике только появился, зарождается хоккей в Ингушетии. И вот у нас получилось так, что мы получили приглашение, и мы решили поучаствовать только в турнире у вас, в ваших краях. Дети у нас шокированы от такого льда, все-таки у нас там поменьше немножко, конечно, не такая же арена крупная. Завершится турнир 15 ноября, ну а откроется снова уже в декабре. В очередном турнире «Противостояние» примут участие команды игроков 2008 года рождения. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.